Приветствую, дорогие зрители, с вами Дилерон Мини-Кошка и Фермош. Скажи привет. Привет. Меня. Продолжаем играть Skyblock с Lucky Block'ами. Сегодня будем играть с секретным Lucky Block'ом. Какой-то такой черненький, подозрительный. Что же внутри него будет, никто не знает. Так, игра началась. Желаю Давайте. Вам всем удачи на даче. И я первый Lucky Block удачи. У меня сразу... Сундук с ничего. Как вам такое нравится? Сундук с ничего. И у меня что? Голова мини-кошки. Так, и меня зарыло, блин, в динамите. Чё? О-о-о. Чё? Котейка вылезла. Слышь, я в какой-то будке, и меня динамитом закопало, реально. Это чё за фигня вообще? Это чё за фигня? Блин, кусюны напали, кусюны! 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 Что это за фигня? Помогите мне! Боже! Что за нафиг? На меня кусюны напали. Мужчина. Да мы мужчин. Смотрим. Два мужчин было. О боже, какой мужчина. Какая-то хрень Ноги происходит. В Майнкрафте! Какая-то хрень. У меня целая куча чешуниц, которые мне сломали лицо. Отлично. Да-да-да-да. Вот я отлично, не люблю просто. Больше отлично. Всего бесят они. Но они маленькие, гадкие. Так что здесь ничего. Бабки старые. Ничего, нафиг все. Нафиг вас все. Блин, они еще решили все взорвать здесь. Отлично. Безумные чешуйницы. У меня фигово куча чешуйниц. Просто остров чешуйниц. Чешуенный остров. Так, пошли все в дырку. Всех в дырку. Всех в дырку. Какую дырку? Ну, у меня здесь есть специальное на острове такое место, где у меня живут чешуйницы. Блин, четыре мужчины. Сколько можно? Офигеть. До свидания. До свидания. Вы не представляете, четыре мужчины. Я представляю, что я сейчас буду много раз умирать. Это точная информация. Просто стопроцентная. Ты что, чешуйницы? Чем? Убить меня? Умирать? Да. А, отлично. Блин, только не закидывайте меня на дырку. Полсердца. Отлично. Это что такое? Зомби-мутант здоровенный? Серьезно? Это что? О май гад. Еще динамит? Динамит, который взорвется? Отлично. Мне нравилось, когда динамит не взрывался. Когда он взрывается, мне не нравится. Пластинка музыкальная. Меч. Меч отлично. Меч. Поздно. Я вас всех убью. Ну, я пока к чешуйницам обращаюсь. У кошки какая-то будка появилась. У феромона вообще что-то непонятное. Это не будка, это королевское царство. Королевское царство, да? Так, да. Пошел вон отсюда, пошел вон. Ты не понимаешь. О, ко мне кошак голубой пришел. Голубой кошак? Да. Так, а что кинуть сюда? Кину пластинку. Так, и что будет? Ой-ой-ой-ой! Что там выпало у тебя? Что-то выпало. Дилерону сломали лицо динамитом. Недоброе, да, что-то. Да, недоброе. Какое-то. Так, шел отсюда. Блин, капец. Хоть что-нибудь. Что? У меня. Блок есть у кого-нибудь? У меня вообще ничего. Ну, немножко, но пока нет. Блин, я себя отравила нечаянно. Отравила? Что за фигня? Отлично. Да. Ага. Ого. Так, а что ж круче? Ну, что за вот фигня? Вот это куча по-любому, это нафиг тогда. У меня есть один алмазик. Круто? Нет. Так, у меня еще немножечко блоков не появилось. Как-то здесь все грустненько с блоками. Так, он мне стрелу принес, отлично, спасибо тебе, скелет, ты знал, что мне нужно. Просто вот брал и знал, что мне надо. Так, а ну сдохни. Так, может быть здесь будут блоки? Нет. Кажется, блоки. Нужно строиться вниз и там пытаться найти дерево. Дерево, которое можно зарубить. Вот реально. Дерево, которое можно зарубить, это то, что сейчас нам нужно. Прикольно. У меня такой миленький валерчик вообще. Так, у меня появились блоки немножечко. Еще немножечко блоков. Ребят, можете не торопиться. Можем, да? Почему? Спасибо. Потому что я все забрала. Ты с центра все утырила уже. Да. Она, значит, у нее. Она надыбала себе блоков и делала вид, что у нее все хрустно. Ты понял вообще, какая она? Ну это вообще трындец. Надырила себе где-то блоков. Достроилась центру втихаря. Молча, главное, ты понял? Молча достроилась. Да. И такая, типа, а что такое? А что такое, что нельзя было? Ого. Так, Ничего. Зомби отошел. С неба летят блоки разные. Блоки? Ничего да. себе. Да. Вообще просто какое-то читерство, по-моему. Летят. Какое-то Смотри, кошачье они просто читерство. Вылазят. Мне тоже. Я не знаю. У тебя тоже? Нам такое не завозили. Да. У меня есть картошка. Пиромоли тоже. Так, что мне дала картошка? Да. Офигеть. Что мне дала картошка? Ну, хочу построиться. У меня нельзя есть маленький дилерончик. Маленький дирончик. Воу! Нифига себе, какая морда. Нифига Огуречник себе. Огуречник простраивается уже. Ну я понял. Да мне не хватит, не волнуйся. Чего? Так, а здесь что? Фигня. Блоков мало слишком. Ты же сказал, что у тебя дофигища. Не, на их немного упало. Да ну, слушай, это ты дофигища их.
Че, у него блоки уже есть? У всех уже есть блоки? Да. Круто. Так, я это одену. Ого, нифига себе. Шарпность 2, шарпность 3. Шарпность. О, коржики же строятся. Слышь, коржик, ты что-то ты недоброе удумал, тебе не кажется? Что-то вот прям недоброе. Что-то вот такое вот ненужное ты придумала здесь. Но это не точно. Да точно. Давай стрелы свои трать. А у меня бесконечно, ты их даже не подберешь. Отлично. Выстрел соколиного глаза. А у меня еще дофига, Что у тебя дофига? Блоков дофига? Всего, да. У меня зомби есть. Да, вот и все. Твои зомби посрались с моими блоками. Боже, вот они всюду выпадают. Кто? Они реально выпадают блоки. Все, я сдох. Да, отлично. Нет, я не... Откуда у нее блоки выпадают? Почему? Она втирает какую-то дичь. Потому что у меня такой ивент был. Она втирает какую-то дичь просто, и у нее там все засрано блоками. Вообще не понимаю, как это работает, этих коржиков. Все, больше уже нет. У всех блоки есть, а у Делерона немножко. Ну ладно, мне этого, может быть, хватит. Хотя вряд ли, но проверим. Но это не точно. Коржи. Но да. Хотя, может, не хватит реально. А, кошка, кошка, слышь. Я против Делерона играть. Иди, что, офигел, нет? Что ли? Ты офигел? Ты офигел, дикий зверь? Офигевший, да? Давай. Отличная идея была. Просто мастерская. Я даже уже зачаровальный строюсь. Шо? По-моему, не терли какую-то дичь. Дичь? Кто? В ушки кто-то втирал? Блин, коржик что-то мутит. Коржик что-то берет и мутит. Что-то опасное. Ну это не точно. Да все точно, что не нормально, что смотри, она уже на острове рандомном. Делерон меня хорошо знает просто. Уже 8 лет. Блин. Я вообще не знаком с тобой. Кто ты, мальчик? Ты забыл меня. Какой успех, Делерон? Мне не хватило одного блока. Ребят, вы готовы, дети? Нет, 8-7-2, давай, плюс 3 кошки нужно. О, отлично. Делерон, отлично. Вы офигевшие, что ли? Звери, вы чё? Вы что творите, звери? Так, у меня есть какая-то палка. Что это за палка? Палка на шарпность, отлично. Бесполезная палка. Вот это все тоже бесполезное. Лаки, анлаки. Шо, мамка звонит? Да. Может, она была скрафтить что-нибудь, ну да ладно. Еще какие-то фигуры. Нам не хватает одного блока, чтобы допрыгнуть. Тебе тоже? А чё так? Да. Блин. Ну печальненько. Печальненько. Ну круто, молодец, надо повторять. Снова и снова. Не, ну снова и снова не снова. Это какие-то недопиленные лаки-блоки, знаешь, они сделаны на основе, как это называется, Доктор Кто, но здесь что-то накосячено. Вот реально, здесь блоков нет. Я помню, мы играли с Доктором Кто, там было дофига блоков. А здесь вот что-то как-то накосячено. Ну это просто каждому везет. А секретный лаки-блок, Делерон, поиграй, тебе понравится. Так, раз, два, три. Шо, это кому? Подожди, я будку мне? Себе сломал. А кому это ты? Сейчас починю. Мне раз. Тебе. Ну да. Ладно. Ну отлично, все, я починил, ну так ладно. И было. У меня есть два тортика. Не на похлебке, вот, кстати, да. Ну, у меня на острове есть два тортика. Приди, поешь, да. И пойди в будку свою. Ты уверен? Ого, нифига себе. Так, по идее, какая-то длинная палка. Так, а ну-ка, насколько она длинная? Ну, не очень. Могу сбить? В смысле, не очень. Блин, мне еда, ну короче, что? Мусор. У меня есть какая-то непонятная штуковина, которую я уже выкинул в мусор. Она бесполезная, на самом деле. Так, у меня есть один алмазный блок. Так, это нафиг. Блин, кажется, мне нужны будут эти блоки, чтобы я себе мог броню скрафтить. О, блинчик. Ну ладно, пока я не буду этим заниматься. А можно есть плоть, или от нее будет вонять? От нее вонять? Ну да, конечно. Все, кто едят плоть, от них воняет. Да. Ты глянь на феромон, он уже фулл алмазник вообще. А откуда вообще он? Откуда ты, парень? Ты где взялся? Да блин, как так? Попал в последний момент. Так, отлично. Отлично. А чё ко мне никто не строится, эй? Ну нечем. Чем не строится к тебе? Давайте стройтесь ко мне. Я тут феромону будку разбирал. Боже, два раза гигант пришел. Ну так это ж круто. Разорвал днище тут все. Днище разорвал. Ну это ж круто. Так, погоди, мне что-то другое. Ты что, злой что ли? Нет, откуда-то пес добрый появился. Добрый пес, добрый пес. Феромона унес. Иди отсюда. Зло, Делерон, Делерон. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Воу-воу-воу. Ты мою собаку отравила. Безумное животное. Так тебе и надо.
Сейчас заберу дерево и скрафчу себе броню, я уже понял. Я, кстати, тебе меч там кинула. Меч мне кинула? Ты не в лицо чем-то кинула, я все видел. Мечом, по-моему. Мечом. Ты не подходи лучше ко мне. У меня топовые оружие. Что у тебя топовые? Блин, на меня замедление наложил. Это я. Наложил на меня тут фигни какой-то. Надо себе скворечник скрафтить. Так, отлично, скворечник дома поставлю. Нифига себе, подошла и меня кинула какой-то гадостью вообще. Ненормальный коржик. Так, где-нибудь вот здесь я поставлю его. А где мои алмазики? Феромон, ты что, обалдевший? Ладно, на следующем заходике работал алмазики. А ну иди сюда. В нашем мире сложно выживать. Дайте мне алмазики. Интересно, я хотя бы успел взять? Надо по-быстрому брать и сваливать. Да. Что-то он там мутит, коржик, его нужно зафигарить. Быстрее, причем. Ну, надо. Еще быстрее, фигарево. Так, я оделся уже, все, фул, я одетый. Гниту скрафтил. Кошка, что он мутит? Я чуть не... Не знаю. Да он куда-то строится, по-любому. Не да. Ко мне. Где он? Он на рандомный остров ушел. Он рандом... У кого? Блинчик. Так, он себе, кажется, сделал, что у нас не поровну да, теперь. Да, сам по-моему, себе. Да, отлично. Да, он сам себе сделал, отлично. Красавчик. Ну, ой, люблю, целую. Так, это что такое пауэр бесполезный? Так, это все нафиг бесполезно. Кажется, я блоки выкинул. Чуть стрелы блин, не выкинул. Блин, мне нужна еда. Да, ешь локти. Кусай их. Я буду вздыхать, у меня будет еда. Носорога. Отлично. Вот это отличная вообще идея. Что, алмазник встретил алмазника, да? Что ты мне теперь скажешь, а? Что ты мне скажешь? У тебя есть лук? У тебя есть нет, лук? Нет, давай на ножах. Давай на ножах, да? Не, не хочу. У меня нормального оружия нет. А ты у меня обычный меч вообще. Обычный? Да. Обычный, ну ладно, я подумаю. Кто-то попёр на центр Лаки. Центр Лаки, ну может быть, может быть. Кошка на центре, Хьюстон, Хьюстон. Воу, блин, нафиг ты меня? Че, безумный отсюда. Зверь, что ли? Бабулев, блин. Отстань. Да хорош, алё. Оглянись, кошка. Кошка, оглянись, оглянись. Как дела, кошак? Блин, животное. Я думал, я тебя шучу, что ли, я тебе говорю, оглянись. Да. Так все, я спас тебя. Хоть животное. Нет? У кого? Фермону. Отлично, да. Отлично, о, все. Блинчик. Лаки блок снова лаки. У надо меня вот пожрать. Это гитарный лаки блок попался в виде гитарный? Гитары. Он... Да, он супер. Гитарный лаки блок. Гитарный в виде гитары. Что? Дилон, видишь, тебя спасал, кошка, ты не поверила ему. Он вообще никогда не врет, почти. Да-да-да, кроме тех случаев, когда врет. Только когда... Когда ко мне строится, тогда врет. Вот это было жестко, вот это прям жестко было, жестко. Кошка, задержи его! Задержи его! Держи, не убивай! Не убивай! Не убивай! Задержи, но не убивай! А как это так? Не знаю! Задержи, но не убивай! Я постараюсь. Так, надо ему сделать здесь на острове всякой каки. Иди отсюда, вам, прости! Ты убил его, что ли? Да. Нет! Отлично, мы распинулись! Пока! Там паучки! Там было немножко паучков! Теперь у тебя есть ручные пауки на острове. Ты счастлив? Ну, это на самом мечта. Деле... Это же тут круто. Тут есть не только пауки. Ну да, там а много что? Всего. Ведьма. Ведьма, да. Теща моя будущая, наверное. Если на это посмотрит, он тебе лицо сломает. С локтяток. Или шваброй. Я бы шваброй ломал лицо. Или вообще наш скалкой. Скалка, знаешь, для раскатывания, как это называется, теста. Ногтей. Для раскатывания ногтей, ну я не знаю. Ты раскатываешь скалкой ногти. Че тебе нужно вообще? Че тебе нужно? Че тебе нужно? Отошел. Давай на ножах, давай на ножах. Да не хочу, у меня оружия нормального нет. Да у меня меч обычный. Ага, конечно. Ну давай, давай, я иду. Давай, давай. Так, да, у меня на да, что? Да. Ага, конечно, у меня отталкивание вообще. Отталкивание миллион, наверное. У тебя? Ури, у тебя, наверное, отталкивание миллион просто. Ты ж ведьма. Иди, иди, феромон офигарь. Кошка, я 3 раза кошку ударил своим мечом, пофиг ей было. Ну конечно. Да. Давай на ножах. Чё ты боишься? У меня хп не полное, а у тебя полное. Нафиг ты с собаками швыряешься? Какими собаками? Серьезно, что ли? У меня только что волк в лицо полетел. Ну что это за звуки такие? Так круто ж, собаки, все дела. Блин, сколько меня заломает сзади? Я уже вижу, что наконец же... Иди вон! Иди вон с двух сторон! Бутерброд! Бутербродик! Сдохни! Сдохни, отлично, я убил тебя. У меня ведьма зафигарила. Это я сейчас зафигарила. Я говорю, ведьма зафигарила, сейчас ходит. Он сказал ведьма. Дилерон, ты чё? Ну, блин, я думал, что это ведьма. Я по щам даю. По пощады! Блин, кто меня убил? Я не знаю. А, подожди, как же ты, если ты там был? Наконец-то я отхилялся вообще. Так, ну, пошёл отсюда, пошёл отсюда.
Что-нибудь полезное. Блин, так это хрустик. Что? Ого, Power 5. У-у-у-у, отлично, берем. Берем. Так вот. Так, все, феромону понравится. Феромон, у меня для тебя такое есть вообще? Так, а насколько он круче? Намного, ну, да, намного круче. Давай, Бубалек, стал. Я тебе такое несу, такое несу. Давай, давай. Кошка финиширует, кстати, вообще, видишь? Слышь, не подходи. Нифига! Отталкивание миллион. Слышь, она сидит тут, огрызается там. Кидается мне своими там кабанами какими-то. Я у кошки собаками. Влавил. Воу! Слушай, на остров взорвало, спасибо, так легче выпрыгивать будет. Все, я ушел. Я умерла. Отлично. Коржик убивческий. Лидируешь. Ну, посмотрим, мы это исправим. Сейчас мы это исправим. 12, 14. Сейчас мы это все исправим. Главное, чтобы все получилось. Так, и надо будет заходить этот остров, чтобы сюда больше никто не приходил. Так, ну миллион всего, миллион всего, миллион всего. Так, и что там? Блин. По-моему, только крутые вещи повыпадали. Серьезно, что ли? Там какие-то животные непонятные. Так, феромон близко вижу. Так, 24, 14, 12, 27, блин. 14, 12. Отлично. Что, блин, это феромону? Ну, все видишь, равно. Она за тебя переживает, видишь? Да. Нервничает. Ну, ну как же блин. Бедненькая феромолечка. Ай-яй-яй. Видишь, не хочет твоей смерти. Так, это фигня. Это фигня. Так, что у нас здесь еще? Так, мужчина, до свидания. Блин, голова Делерона. Наконец-то не пустой лаки-блок. Ой, лаки-сундук, представляешь? А, подожди, у него на отталкивание. Ты что, обалдел, парень? Ты что, такое увидишь? Дикарька, блин. Дикарька. У него... Дикарька. У него дикарька? Ай-яй-яй. Дикарька. У него, короче, броня на отталкивание. Я его ударила. И получилось так, что его добрая броня дикарька меня ударила. Минутка офигенных историй от мини-котика. Пукни, блин. Пук что? Пукни. Что? Что несёт от кошачьей зверь? Я говорю, пукни. Пук что? Броня. Ты тоже что не так с этим кошачьим зверем? Кошачий зверь, что тебе нужно? Слышь? Да иди ты, блин! А вот нефиг, блин. 14-14, все, я на острове сижу, иди, пипец. Что? Что она несет? Она заклинание какие-то говорит. Я не знаю кошачий язык. Мне кажется, это незаконно. Думаешь? Именем правосудия оглавляю вас! Мужем шалай. Поехавши. Оглавляю вас! Так, надо поесть. Не знаю. Надо поесть. Я к феромону шел, тортик по дороге поел. А, кстати, это я, по-моему, ставила. А, круто. Отошел. Что, как так-то? Вот, не, подойди, подойди. Нет. Скажу что-то, да, не. На ушко надо кое-что сказать, чтоб кошка не слышала. Чтоб кошка? Мохнатая ушко, внизу. Так, блин, слышно, она на центре, что задумала? Да-да-да, я видел. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! А шо это такое? Какого фига? Кто блин, я в тебя фиганул, и меня самого же откинуло, вот блин. Так, шо у нас тут? А, надо не умирать. Убей кошку! Убей ее! Убей ее! Этот комнатный житель, блин, он столбал выигрывать. В смысле? В смысле? Что в смысле? Кто хочет ачивочку? Ачивочку убить мини-коржика? Блин, кому? Я мини-коржика. Нееее, Делерон! Блин, ну какого фига? 40 секунд, серьезно? Все, отлично, не умирать. Я жру золотое яблоко. 40 секунд оно мне даст прожить. Блин, ну так бы я бы выиграла. Если бы докобы мяукали бы слоны. Вот так вот. Как ты такая сказочка? Ну блин, ну это не совершенно неправильно. Неправильно, да. У меня тут цыплята уже растут потихоньку. Что за цыпы? Ну цыпы, цыпы, лята. Так, минус один кожик. 18-15. Да ну, девочки, ребятки, мальчики, я выиграла. Ничего не знаю. Игра окончена. Игра окончена. Сейчас феромон еще зафигарить. Зафигарить этого зверя. Он сейчас тебе 50 сделает этих смертей. 50 смертей мне сделает? Да. Что у тебя за меч такой? А ну, покажи мне, покажи. Шо, думаешь, что твой меч круче моего, что ли? До свидания. Самурай! Я ж тебе говорю, что мой меч, мой моща вообще. Все, до свидания уже, все, прощаемся. Моча. Что-то не так. Ладно, спасибо, что вы смотрели, для вас играли и комментировали. Делерон, мини-кошка и феромошка. Я сперва на канале, подписывайтесь, если вы еще не подписаны. А что это вы еще не подписаны? Ой, надо подписываться. И ставьте пальчик вверх. До скорых встреч, всем спасибо, пока. Пока-пока. Пока, я сзади тебя.